Короче, блин, есть там что идет. Кусочек послушай. Так, я буду шутать. Скажет, опять эти лайнеры, блядь, проезжают. Два лично? Попробуем поближе. Ну, давай. Давай, поехали. Включил здесь стрим себе? Не вижу я его. Не включил ничего себе. Я не вижу ничего. Ну и что, интересно, нового? Это почему же этот не для мостов? Вообще отсюда все эту хуйню, блядь. Мне как бы гейм отключи, мне вот это нахуй надо. Это не стрим даже нахуй надо. Что-то плохое, качество трансляции плохое. Ты один серый, слышишь? Нас слышно вообще, не знаю. Качество да вообще нулевое, если честно. Нет, тут что-то написано, просто на это все было. Там вчера что-то писали. Ну да, нормальное качество. Ну и все тогда закрыто, думаю. Ну нажми что-нибудь. Играет. Ой. Так, а где? У меня где чувак? Ну-ка, ты угла посмотрим, как выглядит. Ну, нормально выглядит. Нормально выглядит. Только ну, вот у меня где чуваки, чтобы было видно, не видно, где зашли. Вот один. На кого мы вообще? Да, как по опробочению, пизда. Раз, два, три, проверка связи. Серый крут, мега-стример. Серый, слышно? Или ни хрена не слышно? Итак, битва продолжается. Шиноби готов порвать всех сегодня. Серый, слышно? Нормально? Че, начинаем, да? Да поехали. Подожди, нет, еще не все. Мы должны поставить сюрикенов 70. А то я не поставил, начал, вот теперь погнали. Итак, воскрешение Зида, блядь. Зид это типа какой-то клан. Говноэр. Клан говноэров. Дудочка-то хреново, блин. Дудочник. Балалайшник.
Ударящий удар. Я стримил бы, честно говоря, без микрофона. Ты сидишь в керате. Где радищусь? Да, нет, в керате. Да, ты без микрофона, мне интересно. А чё говорить особо-то нечего. Я просто тупой. Ой, я бегу, глянь, я ударил. Ты бежишь? Ударил ниндзю, ты глянь, я прыгнул на щетёлка и ударил. Взорвался на гранате. Когда ты последний раз приходил в эту игру? Блин, не знаю. Ну, не сильно давно. Ты рад, что играешь на телеке? Конечно, на телеке удобно. Теперь тут нужно будет ультимат показать тем. Ну, подставка галимая какая-то, блин. Китаец. У тебя на телеке круче изображен? Не знаю. Пиздата. Тут пиздата. Или там пиздата? У меня пиздата. Сука, я тогда расстроил. Помню, что я показывал, поэтому может быть главное. Но... Да, я. Видно, что мне дерьмо изображение. Давай, нифига, ты с двух тычек просто. Бум по очереди или один? А все равно не показывает ему. Мне кажется, это гейм глючит. Он не показывает пользователя. Сколько народу. Ну, я тебе отвечаю. Че, сколько там больше будет? Ну вот, я же снова-то смотрел, было два. А сейчас один показывал. Ну, было два, и здесь показывал два. Раз. Да. А, ну туда все нормально. Может, это когда-то выходил, заходил? Может быть, кстати. Блин, сейчас бы вторую же скептик показал. Ну, а что, вообще много? Нет, в МК. А, да, в МК. Это просто не играет. На компьютере сложнее. Играть. Это же машина. Игровая машина. Блин. Там за раскаты грома мы играем. Не, я смотри, шинобель, я ты потерял дольки, смотри. Да, это все херня. Я затащу шинобель. Кстати, играем на нормале. Не на айзисе, а решил ты не лошадь. Нормал самый нормальный, за все время нормал уже. Ну да, в принципе. То есть, как... Даже в резиденте, оказывается, сложность была нормал. Слышишь, Серый? Четвертый, в оригинале. Там нормал какой-то свой. Там нормал это как хард. Ну да, там нормал как хард. Там своеобразно нормал. Тут наверху секретик, понял. Да я знаю, ты учишь мастера. Return за ниндзя мастера. Мастер иногда подзабывает всякие фишки. Поэтому. Не, жизнь тут надо брать, не жизнь дальше не пройдешь. Просто фишка. А, ну босс в принципе не сложен. В принципе, опасал лошара. Вовремя прыгать. Босс для детей. Это тряпочка. Любить я, блин. Хотя этот тряпочка может залатись, блин, блядь. Да мимо. Прыжок дерьмом получился. Так, вот это место. Тут главное жизнь не тратить, сразу трудно. Тут можно жизнь взять. Не взяли ни хера короночку. Просрали точно короночку. Вот взяли жизнь. Босс, в принципе, не сложный, но уже можно было быстрее завалить. Если была бы так коронка, если ты взял бы эти огненные эти сюрикены. Вот так бы придется мучиться. Нахерно. В принципе, не так уж и не сложно.
еще. Самые опасные враги тут эти автоматчики. Все время из-под тишка выпрыгивают. Не ожидаешь никогда не. Автоматчики самые такие. Слышь, Серый? Там пизда душу пошел, ты видел? Да, это херня еще больше. Чего рубить? Ты сам ты играешь? Ты глянь, ты видел как это сам? Ну рубай. Тут пока чуваки. Пока, ну, ты дошел до босса, конечно. Ты угрозу сам ты хуяч? Ты ж хуярился. Раньше. Молодец, хочешь, мне понравился. Вырубаешься? Надо вырубаться. Вторую сишку бы покупать не хотелось бы.